Всем привет, с вами Евгений Лебедев. Как я и говорил, сегодня мы запускаем приланч зеркала микросистемы Stackras на криптовалюте эфир synchros.com. Главная страница сайта, в принципе, точно такая же, как и микросистема. Отличие здесь только в том, что мы здесь будем работать с криптовалютой эфир. Видим, что старт у нас 4 октября 2019 года. Точно так же видим статистика криптосистемы, участников, регистрации, топ-пригласители и так далее. Все аналогично. Здесь внизу мы можем видеть наши соцсети и наши группы. Давайте посмотрим маркетинг. Точно так же здесь живая очередь. Точно так же это рекламная баннерная площадка. Пополнение баланса на 0,01 эфира. Да, на данный момент у нас получается эфир. Если мы посмотрим с вами на CoinMarketCap, то эфир у нас идет $233 за одну монету. Соответственно, получается у нас 0,01 эфира, это $2.33, но это на данный момент. В чем как раз и преимущество работы с криптовалютой? Мы здесь зарабатываем по маркетингу, раз, и вдвойне мы, можно сказать, получаем за счет роста курса криптовалюты. Даже если взять вчерашний день, да, то рост уже вырос. Криптовалюта выросла. Также, может быть, еще и в октябре будет более, скажем так, мощный рост криптовалюты. И, соответственно, здесь мы будем зарабатывать, скажем так, вдвойне. И на росте криптовалюты, и по маркетингу. На данный момент это получается у нас $2.33. После активации с баланса списывается 0,1 эфира. Аккаунту присваивается номер и начинается движение в очереди. При каждом пополнении баланса получаете рекламные кредиты. 20 тысяч рекламных кредитов. Точно так же, как и в микросистеме Stackras, и можем рекламировать свои какие-то сайты. Точно так же здесь все по уровням один в один. Точно так же здесь скользящая трехуровневая реферальная программа. Точно так же здесь выходим на 7 уровень после 6, да, и 1 выплата у нас идет 0,01 эфира. То есть, повторюсь, на данный момент $2.33. Если в микросистеме Stackras у нас фиксированная сумма, скажем так, да, $1, хоть сегодня $1, хоть в октябре, хоть в сентябре, хоть в декабре, хоть в мае, он все равно будет $1. То есть здесь мы получаем выплату в эфирах 0,01 эфира. И это может быть сейчас $2.33, а в октябре это может быть уже $5. То есть мы получаем здесь по маркетингу и плюс еще за рост курса криптовалюты. Ну и так далее. 7 уровень, 8 уровень, все то же самое. Точно так же здесь эксклюзивная трехуровневая реферальная программа. После 4 уровня, когда ваш реферал выходит на 5 уровень, получаем от реферала 1 уровня 7 десятичных эфира, 2 десятичных, 1 десятичную эфира. Это у нас получается на данный момент 16 центов, 4 цента, да, с половиной цента и 2,5 цента. Повторюсь, это на данный момент, на сегодняшнее число, на 5 августа 2019 года. Даже 6 августа эта сумма может уже измениться, потому что мы будем зарабатывать в эфирах. Точно так же здесь, как и в микросистеме Stackras, идет активность. Списывается 3 десятичных эфира для генерации 3 роботов. Точно так же здесь можно будет делать дублеров. Точно так же будет списываться активность за всех дублеров. И, соответственно, здесь точно так же будет аккаунт, скажем так, замораживаться, если у вас не будет денег для оплаты активности. Личный кабинет у нас во время приланча, да, пока еще не открыт. Здесь можно видеть, как обычно, раздел профиль, обратная связь, раздел рекламный материал, видим рекламную ссылочку, реферальную ссылочку и рекламные материалы в виде баннеров. Можете баннеры уже брать, рекламировать. И берете свою реферальную ссылочку для того, чтобы дать ее людям и для того, чтобы делать себе мультиаккаунты. Для регистрации в synchros.com, да, Synchros Crypto System, берем реферальную ссылочку у своего спонсора в микросистеме Stackras. Здесь будет раздел «Рефералы», отображаться ваши рефералы, так же, как и в Stackras. Здесь раздел «Модераторы», модераторы уже поставлены, да. То есть все то же самое, только здесь, еще раз говорю, преимущество в том, что мы будем работать с криптовалютой. Поэтому всех-всех-всех приглашаем, ожидаем мощнейший криптовалютный бум. Криптовалюта растет, это конек.
Так что еще раз всех приглашаем. Ссылочки еще раз говорю, берем у своих спонсоров микросистемы Stackras. Моя ссылочка для регистрации в Syncras будет внизу. У кого будет вопросы, обращайтесь. Всем удачи и пока.